Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В Читу, как всегда, неожиданно пришла зима. В конце ноября дороги засыпало снегом. Ждали этого водители, которые оказались самыми подготовленными к такой ситуации, потому что даже к обеду перекрестки в целях безопасности засыпаны не были. Многие старались преодолеть стихию самостоятельно. Кому-то не повезло больше, и пробитое колесо стало очень большой проблемой на заснеженной дороге. Не обошлось и без аварий. На мосту через реку Читинка на улице Богомякова произошло небольшое столкновение двух легковушек. К счастью, никто не пострадал. Снегопад в городе продолжается, и теплая погода способствует быстрому таянию снега. Завтра Читу ждет гололед.